У одним из гандлёвых центров Гомеля прошла доброчинная акция, накированная на сбор сродков на лечение и реабилитацию за мяжой для трех маленьких девчинок. У Дарьи Шепятовской, Софии Жагуни, Миланы Пшанко редкое генетическое захворывание, спинальная мышечная атрофия первого типа. И она поступово приводит до нарастающей мышечной слабости. Как собрать сродки на дорогое лечение, Белорусский фонд «Сердца Анёла» организовал кермаш с забавляльной программой. Сродки, отриманные от продажу сувениров, вырубленных руками удельников акции, будут перелечены на доброчинные рахунки. Фонд взял под опеку этих девочек. Он помогает в сборе средств на препарат, который, к сожалению, в нашей стране не зарегистрирован. Вот. И данный препарат необходимо приобрести за рубежом. И таких средств у родителей, к сожалению, нет. Допомогши девчонкам можно каждый. Для этого треба потелефоновать на республиканскую доброчинную линию, отправить смс с текстом и суммой ахвярования на короткий номер альбо накировать сродки фонду «Сердца Анёла».